Всем привет, ребята. Это видео 360 градусов, и она идет дополнением к видео, которое выскочит вот в уголке в каком-то, или же будет в конце видео заставочка. Вот мы сейчас находимся в Парке Победы. Вы все можете созерцать. Там вот у нас, как говорится, сценка небольшая. Там вступают. И вот у нас какой сделали пьедестал, обелиск, что там такое. Ну, вроде бы все красиво, все замечательно. Но стоит вот обратить внимание, как сделали брусчатку. Брусчатку здесь, как я понимаю, ложили чуть ли не зимой. Зима была, земля была промерзшая. И вот получилась вот такая вот штука. Сейчас вы можете с ног до головы оглядеть вот этот пьедестал, обелиск, как говорится, защитником нашей Родины. Мне интересно, как здесь будут венки возлагать. Не стыдно ли будет вообще, вот, как говорится, идти по такой работе? Я вот хожу по плитками, вы можете посмотреть, прям покрутить. Вы видите, как они болтаются, что с ним происходит. Прям вот можете покрутить видео, посмотреть мне под ноги и увидеть, как все это все происходит. Бордюры болтаются, они сползут. Все это надо дело исправлять. Я надеюсь, что наша администрация все это дело исправит в свое время. Тут еще мусор, конечно, не убран. Но вот это вот однозначно все надо исправлять. Мне, например, стыдно за такую работу. Как я понимаю, за это деньги заплатили, а ничего хорошего не сделали. Ну, наверное, все на этом. Это вот вообще, вот как он именуется, у нас Парк Победы. Так вот он у нас выглядит. Ну, все, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Жмите колокольчик. Если хотите, можете стать спонсором моего канала. У меня там от 25 рублей. То есть не от 25, а там 3 уровня спонсорства. 25 рублей. 49, по-моему, рублей. И 250 или 49 рублей. Средства списываются ежемесячно. В любой момент вы сможете отказаться от этой подписки. Ну, вот такое вот мы сегодня созерцали. Качество работы бывает вот такое. В таких вот памятных местах это, конечно, не очень-то айс. До новых встреч!